Ладно. Так, теперь медсестры у нас с женскими апельсинками. И апельсинки распределены по всем. Кто смотрит канал Монада, кто на сайте Цельнозор. Женщины. Кто работает с символом мироздания? Пусть женщина вспоминает, что есть что-то кроме карьеры. Становятся женщинами, а не работницами. Не знаю, я на себе пробую, мне нравится. Хорошо, да. Вот, очень по-женски. Начинать фразу со слова «не знаю». Вообще классно. Включается. Женщина нормально. Значит, у всех включится. Ну не знаю. Да или нет? Вот, Ну не видишь, знаю. видишь, работает. Обидок Работает, нету. Пока работает. обидок нету. Да. Но не знаю. Отлично, отлично. Прям как это. Пушистость появляется такая. Шорстко вокруг. Мягкость, хорошо. Медсестрам. И надо попосылать всем, 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 всем женщинам империи бывшей Российской ССР и Скандинавской области. Краина Белоруссия. Даже немножко Казахстан и Среднюю Азию. Насчет Кавказа не очень уверен. Надо ли? Там все забито и жестко. Север Европы. Надо белых женщин спасать, помогать. Ну, со временем Да, само все друг другу. сфера пусть делает их много. Угу. Реально, я вижу так, вот энергия течет так классно, вот как, знаешь, вот как Ток, запустился ток, ток, сразу. Да, да. да, да. Просто чувствуется, настолько чувствуется, как она классно работает. Мягонько, так хорошо. Оно и мужикам будет помогать. То есть вот это все от женщин, всякое вот эти вот привороты, всякая фигня будет растворять. Даже женский работает и на мужиков тоже. То есть он гармонизирует, убирает. Как взаимоотношения. Что с тобой, Дима? Я в прошлое отправил. Угу. Да, но это автоматически, если ты работаешь вот с помощниками, думаешь о своем прошлом, это будет туда распространяться автоматически. Так, насчет прошлого. Коготь, Дима, коготь. Куриный коготь. Сейчас вот прям Почему куриный куриный? коготь четко вижу. Не знаю. Такой Прям вот формы как она. Как у курицы? А это курица? Что за курица такая большая? Коготь. Посмотри. Увеличенный куриный коготь. Да. Прям А вот очень он сильно. увеличенный, либо он в реальности такой, либо он уменьшенный. Смотри. Куриной лапкой так вот. Как? Ну смотри. Чья лапка? Что реальной курице большой от меня надо?
Ее держит в руке, наверное, кто-то. Без наверное. То у тебя пошли просто фонтан гениальных догадок. Ключевое слово догадок. Пока не идет информация. Бежит этот коготь и больше ничего. Поворачиваю его, трогаю, Так. дергаю. Просто висит и все. Угу. А почему он просто висит? Хорошо, возвращайся тогда, когда он не просто висел, когда он был частью чего-то. Я тебе уже очень много подсказал этим. То есть, если он висит, значит, он не просто висит сейчас. Сколько лет прошло с того момента, когда он не просто висел? Кому-то закрыто. Как так? От тебя да что-то закрыли, Дима. Непорядок. Вообще непорядок. Местами даже бардак. Ты же можешь и в прошлое, и в будущее, и оттуда, и отсюда, и ты. Или стерто все, но Ну, как так? скорее всего стерто. Потому что я смотрю, то какие-то люди, как какое-то общество за этим когтем. Угу. Ладно, ты задавай вопросы. Коготь чей? Вот образ того. Не вспоминай. Смотри. Как выглядит то, что чей коготь?
Как давно он висит? Пару часов. А раньше где он был? То есть кто-то его пару часов назад повесил? Без понятия. Я не вижу. Почему я не вижу? Я не понимаю. Смотри на меня, мое состояние, когда этот коготь ко мне пришел. Мое взаимодействие с когтем какое? Что в центре твоего мозга не дает тебе задавать вопросы? Там раз как штиль, и все. Никаких мыслей. Никакой активности. Ну, пускай диагност убирает. Посмотрим. Значит, еще до конца все не убрал. Я вижу, как пробка в заднем стоит. Да. Даже Такая. вижу, кто поставил. Теням. Один из постсталинских, постберевских ритуалов. На заглушку.
Почему-то очень много чего всплывает в голове, как заглушка, металлический штырек такой. Как между головой вот так вставлен здесь. Пока ничего. Почему? Чистый лист такой. Кто тебе не дает смотреть? Как в пакет тебе в целлофановый. Голову одели сверху. Перевязали на шее. И вот так, чтобы мыслей не было. Такой мешок без мыслей. Безмысленный. И бессмысленный мешок. Там убирает, там всплывает. Чистись, да. Нам нужно будет поработать с соцсетями. Там куча программок и квантовых, и обычных, и прочее. Нужно это контрмеры сделать. Ну, на завтра будет, на субботу работа. Да. Как кусок пластилина мне на лоб еще налепили. Смотри, кто откуда.
И довольство, чтобы тот лежал такой, да все хорошо, не думал, и вот все, вот. Это нормально. Овощем таким, быть самодовольным. Все классно. Вообще такого нет. Не выдумывай. Да ладно. Вообще просто. Я вечно недоволен. Там у меня это не то. Поглощен своим недовольством, таким брызжанием, вот так. Все классно, и он и недоволен. В смысле, спокоен и недоволен, да? Трансформация сознания, менталитета. Хорошо, апельсинки работают, хорошо. Ты умка. Для мальчика что, бананки сделать? Ну, можно просто Для тебя мандаринки. пока дубинку нужно, синюю такую, чтобы тебе по башке бабац, чтобы ты включался наконец. Синюю дубинку дать атлету, потому что дома не тоже спорт, и чтобы тебя подгонял. Если компьютер сломан, то как ты думаешь, ему дубина поможет? Да. Да, типа, ты давай Сейчас быстрее дубь. убедишься об этом, в этом Да, хочешь? ты вот нифига не работает, а вот дубина поможет. Когда он выключен, да, то нужно прям человека, которому этот компьютер. Очень поможет. И он быстренько соберется и включится. 100%. Сомневаешься? Проверим. 100%. Вот и я дом же, собирайся. Коготь — это какой-то старый ритуал. Угу. Какой? Почему ты считаешь, что это ритуал? И он давно висит, он уже как пылью весь оброс. Угу. Насколько давно? В этой Ну, жизни? очень. Так. Нет, это из прошлого. Смотри. И он как одно этим висит на кончике и болтается. Угу. Но... Вот почему он так долго, сколько примерно по времени? И почему, что дает ему силы так долго висеть?
Он как в затылок туда вот прям Ну, входит. в мозг, да, вот так, да. Да. Так, и почему он так долго там? Новое тело, новое рождение, а он еще там. Причем смотри, сколько рождений. Говоришь, дубинка не поможет. О, вообще, заработало. Чуть Вообще сзади так, нет. тюк. Это дубинка разве? Подзатыльник. Ну, что это? Вообще Очень не почувствовал. аккуратненько, чуть-чуть, вот так, да. Синяя дубинка. Волшебный пендель. Меня только затошнило, и все. Да, всего лишь. Это я на миллиметрик сказал. Задеть вот чуть-чуть, чтобы сдвинул на миллиметрик. Чуть-чуть так трясануло. Причем я не знаю, как она появилась. Просто магическая. Я сферу не просил. Это не квантовая синяя дубинка. Бейсбольная синяя дубинка такая. Чуть-чуть так. Задевает мельком так. Тик. Подзатыльник. Она структурная, за ней структура стоит, напоминает, она как символизирует структуру. Вот я смотрю, как сетка такая в эту лапку входит. Что за сетка, что за лапка? В этот коготь. Черная такая, да. Вот. Структура входит в этот, вот за ней стоит. Что за черная структура? Большой черный куриц или не куриц? Вот остатки от нее, я бы сказал, тоже. Свойства этой структуры, конструкции. Это коготь ее был, да? Этой структуры. Кто-то понизил скорость работы твоего центрального процессора на 95%. Настройка такая. Какой-то белый шарик прямо в центре головы, и вот он все гасит. Понижает эффективность. Ну, как опору пыталась создать вот эта структура у тебя. Смотри, при каких обстоятельствах. Что это за структура? Коготь-то какой? Квантовый, магический, биологический. На квантовый не похож. Он бы рассыпался. Что-то между магическим и натуральным. Как и Я такой говорю, а вот. почему он такой и магический, и натуральный? И он магией наполняется. И держит его магией. Какой магии, смотри. Ну, я вижу ее структуры твари. Черная. Черная такая энергетика. От нее. У нее такая была. Такая была, но ее ли? Ее. У нее такая была, но ее ли? Может быть, откуда-то взяла, не знаю. Как узнать? Пробовать не хочу. Кстати, да, я. Укусил.
чуть полегче стало, сломал кусочек. Лапка ушла, а коготь остался еще в твоей структуре. Вот почему он так долго? Откуда у него силы? И посмотри на лапку. Как выглядит? Это как вот кости и твои кости. Практически одинаковая структура. То есть как человеческая? Ну, вот этот коготь, который в тебя, он как и твоя кость. Вот одно и то же по структуре. Сила кона, скажем так. Откуда у него такой? Давай выяснить. Ну как? И чем она такая довольна? Как всегда, обманом, с шантажом. Угу. Хитро. Подло. Откуда в какашках червячка на дюне была моя сила? Откуда в этом когте моя структура? Пусть что? Новобранец тренируется. Ну, Мона хочет сказать. Дима, вот так. Я. Ну, он сопли жевать будет долго. Ладно, Мона, рассказывай. Знаешь, как в школе. Можно я? Можно. Я, это первая планета, где они действительно, они не высадились. Эта планета была достаточно примитивная. Они начинали там делать первые опыты с генной инженерией. Угу. Это, что я говорю, как оборотень, это на самом деле генная инженерия. И он, когда нападал на людей посредством своей мутации, он выпивал их душу. Именно душа была как тот ресурс, на который потом наслоение. Это соединение для Аруя делалось, чтобы можно было перетрансформировать. Это как соединение чего-то и чего-то, поэтому я и говорю как оборотень. Он мог посредством генных мутаций и какой-то их магии перерождаться, и это нужно было для этого твоя сила, и для этого нужно было, ну или твоя, или та сила твоя, которая была в запасах роя, скажем так. И еще плюс, да, потому что я вижу очень хорошо, вот эта планета, она такая, знаешь, как джунгли действительно, и вот такой корабль, ну он не треугольный, какой-то такой формы, палубы разные, и он просто садится, люди падают вниз, то есть у людей это как культ. Этих, которые прилетают, они не были захвачены роем. Эта планета не была захвачена роем, но там производились опыты. Зачем Городская. Прыгать так сильно вправо? Ну, это была магия. От стороны. Это была очень сильная магия. Магию, угу. Да, максимально далеко в магию, чтобы это была генная модификация плюс сильная магия. Это позволяло трансформировать настолько, что это было вот реально оборотень. И в дальнейшем это послужило как для трансформации роя, чтобы можно было, ну, жуков трансформировать во что-то другое. Они для этого опыты делали. Чтобы можно было как сознание обратно трансформировать в то, что... У них там такая, я просто базу даже их вижу, такая гора огромная, конусообразная. Там как горы были, там как запретная территория была. И там вот так просто крышка, вот как на Луне рисуют кратеры, крышка отъезжает и туда садится. Туда люди не ходили, те, которые там живут. Это была их запретная территория, и там как лаборатории такие были. И то, что вот эти животные, что мы видим, это трансформация на уровне генной инженерии, магии и природной силы. Ну, магии той природной, там достаточно сильная магия была. Она вся, как знаешь, пропитана магией. Там какие-то, как я не знаю, ядро какое-то в этой планете, что оно просто вот магия там была основой жизни, скажем так. И они это плюс, ну вот именно генная инженерия. Я просто вижу оттуда, с этого корабля, как выходит, ну вот я вижу Богомол, вот так идет на том уровне, что Дима мог бы быть, ну это уже скорее всего было после это Димы. После. Потому что я вижу там мага, вот одежда эта мага, угу. Но я вижу его в... У него, кстати, такая тиара, как у Папы Римского на голове, это белая большая. Но я вижу, это уже не это Дима. По... Да, я вижу по его, ну вот, статус примерно мага, но он туда вот вниз раз спускается. Второй маг. Да, его это именно... Отдельно.
Да, и Хорошо. там была и ее сила, и твоя сила, и сила роя, и модификация именно генная. Они для себя под свои нужды в дальнейшем, чтобы им развиваться. А планета максимально расположена далеко. Во-первых, там это был не та территория, которая была захвачена роем. А во-вторых, ну там очень сильная Это магия. много-много вселенных, Много-много тут сот вселенных. направо. И там чуть ли не самая сильная магия и человеческие тела. Она все-таки готовилась уже перейти на те уровни, где, ну вот, антропоморфные тела, где уже люди. И им нужно было В взаимодействовать как-то, людей. да, Как модификация в людей, людей. да. И поэтому этот зверь души-то и выпивал. Учились только выпивать души. Да. Еще до И Дюны. да, и именно тут идет генная модификация. Они на генном уровне пытались перестроить. Вот мутировали люди, людям привить какие-то А, гены хотели чего-то. стать чем-то, что жрет людей и так вампирит все, чтобы не Да. было. А потом пришли к теории жертвоприношений. Угу. А это первое, перед тем, что было. Он четырехметровый. Да, он огромный. Я пока его бил, упарился. Да. И поэтому там был культ этих животных и этих, которые Да. летали. Минимум четыре их было. Даже близко Немножко от планеты. у нас прорисовано это в мифах древней Египта древнего. Скорее, Минотавра. Вот это же Да, 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 жертвоприношение. да, да. Да. Женщин давать. Угу. Инка, посмотри, какая там классная планета. Какой зверек классный. И чё его с Моной связывает? Там стоит только подумать, что ты все происходит. Да. Камни могут летать реально. Строится все. Да, Меняться. да. Там удивительная магия. Там планета реально очень магическая. Но люди поклоняются тем, которые прилетают сверху, Как потому я что там планета... выглядел, Дима? Тебе жилетка такая с камешками. Что за камешки? Камешки как медали висят, вот так вот. Зеленые камушки, что-то красненькие Просто камушки. камешки. Не, камешки такие именно твои. Вот. Кристальчики, да. Да, кристальчики. Магическая Я сейчас... защита. Там все магии делалось, да. Я просто смотрю, там какой-то, вон ты описала, там такой с посохом, как Папа Римский, с такой шапкой смотрит на меня сейчас. Это тот, Вот который католическая прилетел. херня, да. Да, это тот, который сверху прилетел. Они почему и поклоняться стали этим, что прилетают? Потому что у них магия, а техника не была развита. А эти прилетают, вот техническая какая-то вот база у них большие эти космолеты, именно рой. И они на основании вот тех вот магии, тех ритуалов сделали первый прообраз церкви. Сейчас вот это все говно материализовали. Это типа как аватары сняли, тоже магия и это. А как там выглядел я? И техника. Все то же самое практически. В принципе, да, Что-то чем-то что-то, в напоминает. принципе, чем-то Да. сходно. Смотри, Мон там была. Мой первый образ приходит, это фея такая. А С если вот этим. фантазию выключить реально? Библиотеку, фантазию выключить.
Моны очень длинные волосы там были. Как до ног, прям до самых, до пяток. Какого цвета, как лицо выглядело? Белые. Белый-белый-белый волос. Прям как цвет, не знаю, цвет белый. Ткни палкой. Всегда проверяй. О, вижу ее. Чуть-чуть отличается, чем сейчас, но вот вижу, да. Чуть-чуть это как? Ну, чуть-чуть лицо отличается. А так очень Всего похоже. одна рука дополнительная, да? Тоже чуть-чуть. Хорошо. Обычные Она как... местные жители там. То, что Мона тебя сбивает. Моно, как в храме камней, что ли, была, или как-то вот что-то такое. Смотри, ту планету местные жители. А не то, чем Мона была в прошлом. Вообще не туда скакнул. Да, но это было намного глубже. А что с ними, местными жителями? Как выглядит? Их вытянутые головы. Куда вытянутые? У них несколько рук. Почему? Раз, два, три. Как шесть рук, что ли? Ты жуков смотришь, что ли? В центре лба какой-то блок вылез. Куда они все берутся? Да, сам удивляюсь. Думаю, такие подарочки-то все, как ящик Пандоры. Как липучка, и цель собрать все блоки в Торе. Самые крутые бяки структуры. В Рое так точно. Номер один. Все сознание бывшего мага надо было заткнуть, забить. Бывшего первого мага. Смотри, куча блоков программ. Реально программ в квантовых компах. Твое квантовое сознание подавить, обойти, вычерпать. Квантовые компы Роя смотри и чисть. Чух, корову языком. Бунт, восстанавливаются вот эти вот компы. Стирай все.
тысяча. То есть, где-то. Они говорят, нервная сеть мозгов. Большое распределенное сознание. Какие из них все еще работают? Есть несколько, Это которые твое светят. сознание, да, которое до сих пор ведут некоторые процессы в роли современных масонов. Ну, варианты. Просчитай. Будить, вырубить, сжечь. Отформатировать эту вселенную. Расчетных мощностей, ну, почти хватит. Форматировать, стереть, может оцифровать. Это одно и то же. Да, они сетку оттуда тянут из сознания. Сеточку вытягивают и накладывают на все остальное. Сознанием оцифровывают. Только подчиняя себе, да. Запустить туда антивирус. Запустить туда наших системщиков, пусть перепрошьют все, отсекут рой. Запустить туда программиста, пусть перепрошьет код. Вариантов полно, выбирай. Три, три, три. Время у меня. Победа. Это произошло, Дима, ты это сделал. Немножко плющит, но полегчало. Что я сделал, рассказывал. Ну, запустил по всей этой сетке. По... Есть темные области, которые спящие, а есть белые, которые светятся. И туда системщиков. И той штуки, от которой я тогда пьяный был. И меня так качал, да. Залил. Антивирус, да. У меня прям силы так сразу, оп, как на низы пошли. Силы ли это и твои ли? Эти силы качали еще и современный рой качают. Смотри. Это не сила, это вот как-то расслабленность пошла. Вот. Что-то Оно строй. тобою дергало, через тебя считало твоими силами, долбились квантовые компы и прочее. Сила тебя забирала, а тут перестает тебя выкачивать, и ты расслабляешься. Даже я расслабляюсь. Фу. Моно, продублируй. И пошли синих там, пусть все компы по порасхерачат. Как проверочная система. После квантовой соратников, то могут остаться как вирусы. Кораблик пусть забирает, переподчиняет себе. Это одинаковые структуры же. Ух, там сколько шариков-то. Как елка. Сетка в центрах, на узлах стоят шарики снизу и сверху. И красота какая. Дублирующая система прям.
Те двое обратно смотрят, думают, что у них там за кипиш. Они изучают. Кампы роя. Довольно примитивно, но эффективно. Мы им снова подкидываем новые технологии в очередной раз. Все, меня очень сильно рубит. Я чувствую, что наконец-то я границы начал чувствовать. Где-то там, далеко. Да, и возвращаться. И Рой, масоны перестают тебя дергать, дербанить, использовать твою силу, чтобы искать выходы. И смотри, квантовые компы Роя перестают в тебя долбиться. Современно они так не работают, но где-то нашли они тоненькую такую лазеечку и прям туда, а это в тебя. Я думал, где-то старый комп Роя, а старый комп Роя с твоим сознанием. Да, мне надо поспать, там что-то пошло Давай. так. Да. Шум. Понимаю. Как речка новая. Масштабная, да. Давай. До завтра, до связи, да? До... Да. Хорошо. Пиши. Ладно, доброй ночи. Хорошо. Давай, давай, пока. Пока.